Так, всем привет, ребят. Будет у нас игра на Аксе. Пойдем и мид. Будем тусить, крутить, мутить. Я вам не пятерка пишет пуч. Очень круто. Что он так думает, что он не пятерка. Ну ничего, куплю сам курицу. Так, тут много героев. Хорош. Но мы ФБ дали первую, поэтому нормально. Так, мина медовая, да? Хорошо. По хп не просесть, иначе я поиграю мид. До урны хотя бы. Ой, до урны. До ботла, вернее, господи, до урны. Протонулся герой. Так, ну стоим пока, кайфуем. Невозможно добить. Тяжело. Начинается. Кольца тягаться начинают, типа. Ну ты крутишься на зло, да? Зло Акс берет, крутится. Я за руну. На город наших союзников. Ну, классно, что. Ливер четко подошел. Ливер очень четко подошел на самом деле вовремя. Я стакну себе кэмп. Лично кэмп стакну. Отойду обратно. Куру на базу быстрее. Экспо пока почилю. Сейчас нужно будет ботл себе На город наших союзников напали враги. Так, сейчас сразу кольцо себе соберу. Ну, зря он так на него нападает резко. Как будто бежать от него как ненормальный. А, нет. Давай, нормально. Ой, братик. Ну, он сгорит. Хорошо.
базу. Я пофармлю пока. Наверное, пофармлю пока. У нас две куры, кстати. Спросил, что он у меня куру забрал. Не знаю, заберет он сейчас ее у меня или нет. Пока не забирает тот ПС. Красавчик. На город наших союзников напали враги. На город наших союзников напали враги. Отлично, дабл дали. И рунка бонусом. Хорошо. Сапог не пробузил. Кто это? Феникс был. Но видно, может меня. Я отойду. На базу просто не хочу. Лучше руну подожду, наверное. Не знаю, заберу этих крипов или нет. Попробуем. Пойди и заберу, но я без щита, блин. Я не заберу. Они слишком сильные для меня. Ну, крип еще не умирает, понимаешь, в чем проблема? Мемно. Очень мемно получается. И она сюда бежит. Блин, и тут крипы. Обидно. Ладно, я на базу. В принципе, убегу хоть от нее. Сейчас напишем. Да помочь. Там, походу, сейчас это будет Лина. Или нет? Пойдем поможем. Опа, Лина. Попал, прикинь, кнопка. Ой, что делает, ты посмотри на него. Тут юл понадобится, по идее.
На город наших союзников напали враги. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Так, пойду в топ по фарму. Крипа много очень. Нет, ТП-шки нету, по идее. Покажу им, что я без ТП. Сейчас руну возьму и пешком. Единственное, надо фармить. Что, пойдем поищем кого-нибудь? Свайн в топе. Хрен же кто покажется, они же все прячутся. Варден надо расставить. Снайпер тут, кстати, это. На город наших союзников напали враги. Сзади. Второго пуком попал. Пауком, господи, орал, точнее, не пауком. Я за рун. Тут вардик стоит, не пойму где. Наши воины вступили в бой. Мемная Лина.
нормально, пацаны. Допрыгнула рыба. Вниз полетел просто. Все, нагон есть, в принципе, круто. Да, конечно, когда читаешь чат на стриме и играешь так чисто для себя, это две разные вещи. Две орла ловлю, какие-то непонятные прям. Так, пойду-ка я пешком. Мне кажется, сейчас куда ТП нажму, где люди будут, полечу туда. Мало арткнуло. Вот, на топе снайпер, отлично, пойду убью его. Прикольный блинк. Что-то я туплю. Не прокликал блинк правильно. На город наших союзников напали враги. Ну что это такое? Ну как ты это делаешь? Тут не своей. Чё? Как он это делает? Есть урна. Отлично. Что-то нереальное делает он на подмене. Я не знаю, он вечно на меня попадает. Что за бред, блин? Мне нравится. Армлету свою. Лучше же идет сюда, хорошо. Он видел меня. Паш не попал, снайпер умирает. Нет, снайпер не умирает, повезло снайперу. Чуть-чуть не хватило мне для его убийства. А, не подоспел. Опять меня ору. Ну, чтоб тебя прокляло. Хрен с тем пиджом прыгнул. Снова меня ору ловит. Блин, я сейчас силу себе куплю, ей-богу, бесит меня это ору. Оу. Там дэмэджа сейчас будет еще урна. Ты чё? А, лол, убьёт двоих. Иду. Багадрочер. Ну, он убьёт его. Ну, 3 в 1 пойдет, разменялся, только стрик отдал. Клево. Чё, умру что ли? Нормально живём. Ну помоги! Кто-нибудь.
Не лотар. Круто. Манис вроде назвала. Показалось. Взял себе сапог. Ну не сапог, вот эти вот ботинки и лимеры. Чтобы тупо жить. Много магурона там. Очень хорошая вещь для танка будет. Снайпер, блин, опасный. Хромоверец. О, там их много. Собираются демоны. Так, у меня иллюзии, нужно сейчас их раскинуть. Там феникс убивает, хорош. Ару поймал, да? Ну, как всегда. Пол. Ару, все ловлю. Просто все ару ловлю. Ненавижу. Чё за бред? По все ару ловлю, капец. По идее, БКБ еще, мне кажется, нужно будет. Хотя, там магического урона очень много все равно. Нормально. Наигрался. Долетался, как говорится. Пилот. Надо на хп что-то купить себе. Полезное. Союзников напали враги. Свежее мясо. Ладно, не вышло, кто хотел. Они прикрывают друг друга. Будем осторожно играть. Ну, просто зайром, нифига. Маны не хватает. Хуже без аркан. Так думал, смотрел на него, думал, может аркан купит. Не, ни хрена. Купит он аркан.
Это мне чисто уже повезло. Но они очень далеко лезут. Что это были за маневры, я так и не понял, ну ладно. У меня почти готова уже линка. Топи тауэр недобитый. Успеть бы туда. Просто курс на тауэр. Просто тупо курс на тауэр. Отлично, успел. А, он бэкдорится. Обида. Понял. Прокатит больше. Надоел. Ставь. Так, линка есть, хорошо. Все отлично. Next show возьму. Не, он визи могут быть. Надо гем купить. На самом деле. У них их потенциал очень сильный. Очень сильный. Инвиз. Ну, он меня попал опять. Повезло. Пацаны, далеко. Очень сильно далеко. Марш, кстати. Умер. Легко браться. Ну, минус 3 дали, кстати. Вот это. У меня линка еще есть, надо не забывать. Так. Все, я пошел отсюда за руной. Сейчас сдохну еще.
На город наших союзников напали враги. Джайгис упал. Я как знаю, что Лара уже в меня летит. Тараску возьму, наверное, для усиления и все. Нормальный акс получится у меня такой парень боевой. Тупо хоста спасла, по идее. А я думал, шиву собирать. Шива есть уже. В команде. Наши воины вступили в бой. Они в инвизе сидят по-любому. Где РПК вообще сидят? РПК сидят. Мы с Ведером быстрее ломаем. А, у этого армора поменьше. Ё-моё, там целая драка уже.
сплэшем цепанул, блин. А, не достал. Все, закончили игру. Отлично. В принципе, такая игра. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Давайте всем пока. Удачи.